Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать на этом форуме. И хочу сразу сказать, несколько таких методических ремарок к своему выступлению сделать, чтобы это, возможно, облегчит понимание того, что я буду говорить, может быть, прояснит, предварит какие-то ваши вопросы. Во-первых, мое сегодняшнее выступление – это скорее такие вот... такая оценка постфактум своей работы, то есть это не некое такое научное выступление, а это больше такие заметки человека, который работает в некоммерческой организации, практически взаимодействует с соискателями. То есть это такая нарезка из практического опыта, из практических каких-то замечаний, что я вижу в работе с соискателями. И второе методическое замечание, что... большая часть того, о чем я буду говорить, это касается вполне определенной категории соискателей. Вот в организации «Десница» уже несколько лет под руководством Александра Ивашкина проходит клуб инвалидов, ищущих работу. Вот то, о чем сказал Евгений Андреевич, здесь очень хорошо работает, что на первое занятие в клубе приходит достаточно большое количество соискателей, а потом их количество уменьшается. И, как правило, посетители вот этого клуба ищущих работу – это в основном инвалиды, которые испытывают самые большие трудности в трудоустройстве. Это те, кому нужна одновременно и информационная, и психологическая, и инструментальная помощь. То есть чисто практические какие-то прикладные знания о том, как разговаривать с работодателями и как искать работу. То есть... то, о чем я буду говорить, это, наверное, не должно создать впечатление о том, что вот все инвалиды так, имеют те трудности, о которых я скажу. Это категория инвалидов, которые довольно долго ищут работу и, как правило, безуспешно. Вот мы в организации «Десница» очень часто сталкиваемся именно с такой категорией инвалидов. И первое, о чем я бы хотела сказать, что вот в связи с тем, что это соискатели, которые очень часто имели долгий опыт обучения, то есть получили первое образование, просто чтобы у них было какое-то образование, потом получили второе образование уже по своим интересам, с большей заточкой на конкретную профессию. В связи с тем, что некоторые из них... не имеют опыта какого-то делового взаимодействия, не имеют представления о тайм-менеджменте, вот в связи со всем этим с ними очень долго приходится ждать результата. Он бывает, он просто феноменальный. И работодатель, наверное, тоже с этим столкнутся, что период обучения у таких сотрудников, в случае, если их берут на работу, он на начальном этапе очень длительный, он трудный. Это те, кого не приходится водить за ручку, но которых приходится очень долго вести, которым нужно информационно-методическое сопровождение, наставничество на рабочем месте. Но зато потом они становятся очень и очень добросовестными сотрудниками. Это как ученики с инвалидностью в школах. В них сначала очень долго-долго приходится вкладывать, и потом они выстреливают феноменальнейшим результатом, которого даже никто не ожидал. Вот здесь эта стратегия тоже работает. И тут, наверное, мой посыл к работодателям просто быть немного более терпеливыми, потому что перемены с такими соискателями разительные. Что было в начале и что стало потом. Кроме того, тут в работе с ними срабатывает и у соискателей, и у работодателей, и у тех, кто готовит их к трудоустройству, срабатывают так называемые ловушки психологии.
У нас у всех, о чем здесь речь? У нас у всех есть разный уровень физиологической толерантности, и как человеку со стороны работодателя, как работодателю может быть некомфортно задать какие-то вопросы, не вполне он комфортно себя чувствует, когда находится в компании человека с инвалидностью не потому, что работодатель нетолерантен, а потому что это может быть непривычный, нетрадиционный для него соискатель. Это действительно большая проблема, чем мы думаем. Проблема чисто физического нахождения в одном пространстве с человеком, у которого, возможно, есть какие-то выраженные физические отличия от остального коллектива. И точно так же и наш соискатель. Он может иметь, не все, но некоторые из них имеют ограниченное число социальных контактов. И для них выйти в мир людей без инвалидности – это, ну, тоже своего рода культурный шок. И это может объяснять какую-то их стеснительность, растерянность и так далее. То есть это вполне объяснимо, если учитывать фактор физиологической толерантности. Кроме того, что такое поиск работы? Это конкурентная среда. Часть соискателей с инвалидностью практически, даже очень взрослых, практически ее не видит внутри своей семьи. То есть они в семье являются центром внимания иногда, даже если они взрослые. И тут они попадают в ситуацию конкуренции, где кроме них еще 5, 7, 10, 15 соискателей, и им нужно бороться за внимание и за уважение работодателя. Это тоже своего рода культурный шок. Это тоже нужно пережить нашим соискателям. Кто-то к этому очень легко относится и легко это преодолевает. Кто-то нет. Но вот абсолютно все соискатели, с которыми я работала, говорят о том, что первые 2-3 собеседования они сами расценивают как провальные. Именно за счет того, что им казалось, что работодатель очень строгий, присматривается к ним, задает самые неудобные, строгие вопросы, просто потому что рабочие деловые отношения, они отличаются от семейных, а в их предыдущей жизни в основном был приоритетно семейные отношения. Кроме того, и я бы хотела обратиться с таким вот, может быть, посылом к работодателям, что так как работодатели Самарской области достаточно активны в работе ярмарок вакансий, в информационном поле, их часто можно встретить в интервью в местных СМИ, некоторые предприятия организуют дни открытых дверей, где показывают рабочие места. Вот в связи с этим у меня такой посыл к работодателям, что на такого рода мероприятиях, которые могут увидеть или на которые могут прийти наши соискатели с инвалидностью, реально очень важно для вот нашей категории соискателей говорить всегда и везде о трех вещах, что сегодняшнему работодателю нужны мобильные работники, что корочка о высшем образовании есть почти у всех, что нужно задействовать ресурс дополнительного образования, какие-то курсы, сертификаты, волонтерство, что все это желательно принести соискателю, что нужен мобильный работник, который готов обучаться, переобучаться и так далее. Что сегодня больше приоритет на рабочие, чем на гуманитарные профессии. И что во многих профессиях нужно знание компьютера. Очень часто, не только у наших соискателей, но и у их еще более взрослых членов семьи существует такой стереотип, что есть очень много рабочих мест, на которых присутствует ручной или механический труд. Они все хотели бы для своего ребенка, родственника именно такого труда. Вот если работодатели будут говорить, что таких рабочих мест мало, что нужна гибкость и профессиональная мобильность, они этому поверят. Иногда, вот из моей практики могу сказать, что соискатели говорят, что, как это правильно выразиться, что
воспринимают это как общую информацию, пока они не услышат от работодателя, что действительно нужен мобильный активный работник, они думают, что это мы здесь просто готовим их по всем возможным вариантам, и что на самом деле всех ждет механический труд, возможно, даже надомный труд, поэтому вот такой посыл к соискателям говорить о том, что сегодня рабочие места стали более мобильными. Ну и, наверное, заключительный такой вот мой посыл, он касается доступной среды. Это одна из точек преткновения всегда в работе с соискателями с инвалидностью. Есть часть соискателей с нарушениями зрения, слуха, с нарушением передвижения, для которых очень важен фактор создания на рабочем месте доступной среды. Более того, я думаю, что я не открою новость, если скажу, что часть соискателей адекватных, грамотных, высококачественных потенциальных работников просто не может доехать до места проведения собеседования. И если не только этот соискатель, но и работодатель задумается над созданием адаптированного рабочего места, адаптированного в части физического пространства, если он задумается над тем, а какие инструкции методические, какую систему наставничества по чисто физическому сопровождению работника, какую систему подвоза, возможно, этого работника к рабочему месту организовать, то этот работодатель получит сразу фантастический, прям вот фантастический приток адекватных, грамотных, компетентных соискателей, вся проблема незанятости которых только в том, что они не могут либо добраться на рабочее место, либо ощущают дефицит адаптированных рабочих мест. То есть вот об этом тоже, наверное, соискателю нужно помнить. И то есть это к чему мой посыл? К тому, что это взаимный процесс, и работодатель реально грамотный, компетентный, ответственный работодатель имеет все ресурсы для того, чтобы создать такие рабочие места и получить в качестве бонуса очень ответственного работника, который, как правило, задержится на этом рабочем месте дольше, чем, возможно, соискатель без инвалидности.